Конечно, да. Кризис влияет, и санкции влияют, и не замечать этого нельзя. Но я в эту минуту сразу вспоминаю о том, что вот представляете, наша страна, да, стала подниматься с колен. У нее появилась мощная армия, она стала отстаивать свои интересы. Конечно, это не нравится. Все хотят превратить нашу страну в сырьевой придаток, коим она была в 90-е годы, чтобы наша страна не могла и заикнуться о каких-то своих интересах, чтобы она не могла и ничего отстаивать на международной арене, а так со всем соглашаться и всем все отдавать совершенно бесплатно и совершенно, скажем так, даром. Что, опять переписываться?